Губернатор Евгений Куйвашев обозначил основные задачи, стоящие перед региональными властями в 2018 году. Среди них – развитие Свердловской области и всех ее муниципалитетов, повышение комфорта и благосостояния уральцев, а также работа, связанная с мегасобытиями ЧМ-2018 и заявкой на Экспо-2025. Об этом глава региона заявил на своей пресс-конференции. Мероприятие прошло на площадке мультимедийного парка «Россия. Моя история» в Екатеринбурге. Всего участие в пресс-конференции, которая шла 2 часа, приняли более 100 представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ. В числе участников были и журналисты из Артемовского. Ход общения губернатора с журналистами транслировался на портале Свердловской области, а также в популярных пабликах в соцсетях, где ее посмотрели свыше 38 тысяч человек. По словам Евгения Куйвашева, наступивший год будет крайне насыщенным для Свердловской области. Связано это в большей степени с чередой крупнейших мероприятий, которые пройдут на Среднем Урале. Прежде всего, это матчи чемпионата мира по футболу, во время которых в Екатеринбург приедут тысячи болельщиков со всего мира. И регион к этому событию почти полностью готов. Особые усилия мы прилагали для того, чтобы подготовить регион, город Екатеринбург, к матчам чемпионата мира по футболу в 2018 году. Екатеринбург-арена сдан, там завершены все строительные работы. Сейчас, осталось вокруг стадиона навести косметический порядок. На решение всех необходимых задач сегодня средства в бюджетах как муниципального образования города Екатеринбург, так и областного бюджета заложены. И мы обязательно продемонстрируем всему миру готовность Урала, Екатеринбурга принимать соревнования самого высокого уровня. По словам главы региона, важно провести игры чемпионата мира в уральской столице на самом высоком уровне. Ведь от того, как Свердловская область примет матчи Мундиаля, во многом будет зависеть, покорится ли уральцам новая высота и достанется ли региону право на проведение Экспо-2025. Усиленное продвижение заявки Екатеринбурга – это еще одна задача наряду с проведением чемпионата мира, стоящая перед регионом в 2018 году. Пытаемся убедить всех делегатов и людей, и ответственных лиц, кто принимает решения по голосованию, о том, что Россия действительно участвует в международном выставочном движении более 150 лет. И ни разу, удивительно, и ни разу выставка не проходила у нас в России. В Париже она была, в Осаке она была. Безусловно, мы сделали выводы по сравнению с прошлой кампанией, что принесло пользу продвижению заявки 2020. А там были ряд положительных моментов. Мы действительно в прошлую заявочную кампанию вышли в финал, лишь в финале уступили Дубаю. Но в этот раз мы действительно сделали коррективы. Нам удалось понять, какой опыт и какие мероприятия по продвижению оказали самое положительное влияние на продвижение прошлой заявки и сделали упор в реализации подобных мероприятий на 2025 год. Отвечая на вопросы о развитии транспортной инфраструктуры и возможности строительства второй ветки метро в Екатеринбурге, Евгений Куйвашев назвал Всемирную универсальную выставку «Экспо-2025» тем импульсом, который сделает реализацию таких проектов возможной. Поиск инвесторов не прекращался ни на минуту. Мы действительно ведем переговоры и с частными инвесторами, и рассматриваем различные финансовые модели реализации проекта по строительству второй и не только второй ветки метро. Вступили в гонку за право проведения Всемирной универсальной выставки Экспо-2025. И, конечно же, я уверен, не сомневаюсь, что мы победим. И, безусловно, даст серьезный стимул строительству метро здесь, в Екатеринбурге. Это будет необходимо в том числе и для качественного, комфортного проведения самого мероприятия. Но, безусловно, город получит все необходимые инвестиции, в том числе и частные, на реализацию этого проекта. Также среди важных событий, ожидающих уральцев в наступившем году, Евгений Куйвашев назвал проведение царских дней. Ведь 2018 год ознаменован знаковой и трагической датой – 100 лет со дня гибели семьи последнего русского императора Николая II. Свердловская область готовится к царским дням, во время которых, возможно, с визитом на Урал прибудет патриарх московский и всея Руси Кирилл. Кроме того, наступивший 2018 год станет первым годом реализации губернаторской программы «Пятилетка развития», затронувшей основные сферы жизни и деятельности Свердловской области. Глава региона также рассказал о планах по развитию Центра поддержки талантливой молодежи «Золотое сечение». В ближайшем будущем у него должно появиться собственное помещение, а опыт работы центра будет транслирован на все свердловские школы. Я убежден, все дети талантливы, все. Просто нужно вовремя разглядеть
и развить тот или иной товар. И это серьезный шаг в поддержку талантливых детей. И, безусловно, эти дети через там, 10 лет станут студентами, а через 15 лет они выйдут специалистами. Они будут через 15 лет уже управлять там, предприятиями, городами, регионами. И, безусловно, то, что сегодня они впитают в себя, обучаясь в этих центрах, обмениваясь опытом с центрами по всей стране, безусловно, это мы будем видеть уже в обозримом будущем. Мы будем поддерживать этот проект, будем его дальше развивать и будем увеличивать объем финансирования, поддержку талантливых детей. Представители муниципальных средств массовой информации задали большое количество вопросов развития территории, получения федеральной и областной финансовой поддержки на реализацию своих проектов. Важно отметить, что в 2018 году финансовая помощь из областного бюджета территориям увеличится в 1,4 раза. При этом регион будет помогать только тем муниципальным образованиям, у которых есть четкая программа социально-экономического развития, расставлены приоритеты и учтены интересы жителей.